Приболел я, приболел. Мерзну, пипец. И слабость какая-то непонятная. Как-то так. Не люблю болеть, но, если честно, на днях подумал о том, что я заболею, и заболел. Притянул, дебил. Ой, болеть это жесть, конечно. Температуры нет, но слабость, дай Боже. С похмелья я не пью. Не надо мне тут рассказывать, как поживаешь, как дела. Дела хорошо, поживаю нормально. Выздоравливайте, спасибо, Мария, 0799. Неважно выглядишь, как-то. Как-то неважно, это что это значит? Это что это значит? Нормально выгляжу? Так. Привет, Серега, привет, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, привет. Ребят, я скоро начну блокировать, ставить в черный список. Вот есть черный список, а есть прям самый черный список, из которого невозможно убрать человека. Если вы будете мне писать про моего бывшего и про ее нового ухажера. Вообще, к чему мне это надо? Мне плевать. Зачем вы пишете мне? Ногти не грызи, понятно. Так, привет, выздоравливай, не болейте давай. И не болейте давай. Хорошо, не буду болеть давай. Так. Просто одну и ту же пишите, вот честное слово, чушь. В Comedy Battle нет, не надо мне. Некогда пока мне, некогда. Козюля из нас торчит. Ты очень шикарно шутишь, честное слово. Мне нравится твой юмор. Вечер добрый, как настроение? Настроение хорошее. Только приболел. Персоналка со мной сколько стоит? Если хочешь прийти на тренировку, прям в зал, пиши мне. Хочу шаурму. Сегодня шел мимо шаурмичной или шаурмешной, как назвать, не знаю. Не стал покупать шаурму. Купил себе салат просто с крабовыми палочками и съел с хлебом со свежим. Классно. Пловом вылечим. Это что значит? Типа, я ноги буду в плове греть или как будете меня пловом лечить? Сегодня ездил, снимал в центр и дома был. Как похудеть? Не знаю вообще. Не знаю, как худеть вообще, я не в курсе просто. Привет, 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 привет. Кому не говорил привет. Так. Раненый зверь. Это я, что ли? Я не раненый зверь. Подбитый жираф. Пусть будет так. Праздник 8 марта прошел просто шикарно. Отметил, как не знаю, как будто день рождения отметил, вот честное слово. Так. С помощью каких приложений обрабатывать видео? Я монтирую на компьютере. На компьютере монтирую, там как бы, ну, не просто все. Поэтому телефонным монтажом я уже не занимаюсь около года. Всем говорю привет. Чай с малиной. Конечно, малины дома у меня нет. Если ты привезешь мне малины, я чай выпью с малиной. Так, Натали, привет. Руслан. Руслан! Здорово. Так, сколько весишь? Мне кажется, после пятницы я похудел килограмма на 3. Сейчас, мне кажется, где-то на 92, может быть, веш. То не факт. Так, ты чего игнорируешь меня? Я никого не игнорирую. Не знаю, увидите меня на Доме 2 или нет. Жизнь покажет. Здравствуйте. Братан, Руслан, ты минус 4, ты скинул 4 килограмма. Я так понял, ты же еще вчера тусил. Ты 4 килограмма скинул, я тебя правильно понял? Красава. Руслан, кидай запрос на прямой эфир. Вместе поболтаем. Обсудим всякие темы насущные. Ну, так чисто, на тоненького обсудим. Всех секретов рассказывать не будем. Так. Так, так. Доедет до Омска. Доедет с Омска. С Омска пусть едет. Так. Так, так. Нет, мы с Юлей вместе, она просто изменяет мне с Мандезиром. Изменяет, понимаете, да? Ну, конечно, Руслан, кидай сейчас. Не завтра же в 3. Сейчас кидай, потрещим. Пусть страна знает своих героев. Как иначе. Так. Так, так. Так, так, так. Так, жду Руслана запрос. Братан, ты там что, причесываешься, что ли, или что? Ну-ка, давай запрос быстро. Так, 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 так. Ну ты приколист. Что это значит?
Так. Оренбург, привет. Когда будет эфир, когда ты в роли друга на телевизоре? Уже эфир этот вышел. Он уже есть в интернете. 7 числа он был по телевизору. Так, братан, я жду от тебя запрос. Я так понял, ты там что делаешь? Прихорашиваешься, что ли, перед эфиром, братан? Так. Екатеринбург, привет. Видел в миксе тебя с вот такими, вот с такими пальцами. Такого быть не может. Меня подставили, либо я не знаю, что было в тот момент, чтобы у меня были вот такие пальцы. Честное слово. Видел тебя, давай поженимся. Здорово. Я разговаривал с редакторами, они сказали, что если что, мы тебя пригласим в главной роли. Буду типа женихом, а ко мне будут невесты приходить. Три невесты. Сказочные, я думаю. Так, пятый запрос, это, надеюсь, Руслан. Руслан, братуха,